Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Тоха, Пельмеха и Аслан. И сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Всем салют, народ! Привет, ребят! Всем привет! Ребят, сегодня у нас бимка и сегодня у нас спуск с горы. Сегодня мы с ребятами будем на тачках спускаться с горы и пытаться выжить и не разбиться. У нас сегодня, ребята, правила таковы, что правил нет. Делайте вообще все, что хотите, да? Деритесь, бодайтесь. Правил вообще никаких нет, главное доехать дальше оппонентов. Теперь мы сделаем так, до финиша в принципе добираться не обязательно в этом шоу. То есть в принципе, кто будет дальше, тому больше баллов. Кто вот добирается, тому дополнительный балл. Все очень просто, поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Ну а мы прямо сейчас вместе с вами грузим машину рандомно. Давайте пока нажимайте на клавишу рандом. Поехали. И у меня это... У меня BMW. Так, у меня Cherokee выпал. Урус, BMW, это F82, какая красивая, слушай, очень. И у меня это Cherokee, да. Мне вот не нравится, что Антоша около меня стоит, честно вам скажу. Мне это очень не нравится. Раз уж правил нет. Да, раз уж правил нет, как говорится. Как ты первый выносил его? У меня очень странный анти. Антоша, что ты издеваешься? Объясни мне, как это возможно. Это что такое? У нас с Тохой очень странный антихром. Какой-то оранжевый. Да, так, очень кстати. Странная история. А у меня у вас камуфляж. Белый, ну, он камуфляж, но вот антихром как будто бы какой-то оранжевый. Так, все, встаньте обратно, Антон. Ну все, рано еще. Так, давай. Уже нет. Ну после старта. После отсчета. Да, давай тогда, Тоха, отсчеты будем мы. 3, 2, 1. Ага. Не-не-не. Я все понял. Прямо настолько сразу началась драка. Походу, да. Я поэтому отъехал обратно сразу на всякий про всякий. Ема, Тоха полетел уже. Ой, там охота на Аслана. Охота на Аслана началась реально. Уже на тебя, Вань, походу. Ну, ребята, опять-таки, по тормозам прожимать на спуске нельзя. Вы помните, да, если что? Ага. Отпускать газ, да, можно? Да. Тоха, Тоха, Тоха. Ой, Тоха, Тоха, Тоха. Антоша просто ушел в лес. Я ехал 370. Теперь спокойно можно ехать. Того да. Быстро балл, да? Да, ну как бы, кто проедет дальше по воде, опять-таки, да, если давай, вы Никита, до воды выноси, добираетесь. Выноси, и экстра балл просто вода. Выноси, Тох, Никиту. Мне будет Никита, держать хотя бы. Выносите друг друга. Так, ладно, осторожно. Нет! Тохи один балл, так понимаю, Вань, да? Вань, хорошо. Выносись, выносись! Нет. В пустыню. Нет. И в итоге я. Ой, как я проехал. Ну так, средний. Аслан не проехал, и у нас в итоге Пельмеха. Так, я понял. Мне в итоге 5 баллов, потому что 4 места. Первое место 4 балла плюс 1, то есть 5 баллов. А остальное 4 балла. И у нас Пельмехи коснись воды и будет экстрабалл. Нет, вряд ли будет дальше. Дальше! Оказался! В итоге пельмени 4 балла, Аслану 3 балла, а Тохе 1 балл в итоге. Да, никто такого не ожидал. И как бы на тебе называется. Ладно, меняем тачки. Тоха, встань, пожалуйста, просто встань пока спокойно. После старта будешь уже. Будешь бузить. Ну, после старта хотя бы, начинай бузить. Да, хотя бы тачки. Да, хотя бы, да. Одно правило. Ой, как говорится, дай свободу, да? Так, электричка, я понял, хорошо. ГТР, Вайпер. Давай, Тоха, себе Жигуль какой-нибудь. Ой-ой-ой, Тоха, это Пантиак, это есть, да, это есть. Это попробуй удержи, Тоха. Это попробуй удержи, Тоша. Да, ладно. Ну куда поехал? Тебе не подъем, то тебе не подъем. Да. Давай, Тоха, вернись обратно. Антоша. Сколько у него бар? Он там, ладно. Там много бар, да. Давай, да. Пельмеха, отчет. Давай интересный отчет. Давай сделай классный отчет. Все. Давай. Раз, два, три. Со старта мы все пропускаем Тоху. Реально. Мы все пропускаем Антош на старте. Ты видел, я тоже остановился. Да. Мне единственное, его не надо пропускать, не надо сразу по газам. Да, тебе далеко до него.
Ладно, хорошо. Ой, какой. Ой, Аслан, Аслан, держись! Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, дерево. Да, все, поймал. Меняем тактику. Нет, я заслан. А, реально? Реально? А, ни хрена себе. Вань, что ты меня догоняешь? Не надо, уйди. А вот. А, все. Все, не догоняешь. Подожди, подожди, подожди. Сейчас мы посмотрим, догоняли. А вы уже, кстати, правила нарушили. В самом начале. Какое? Ты сам себя убрал, я тебя даже не пытался. Я не трогаю клаву. А я хотел тебя убрать. Ну смотри, я по тормозам не прожимал. Я поехал просто в обратную сторону сразу же, поэтому. Я убрал руки и от клавы, и от мышки сижу, пью чай. А что случилось? А что меня занесло, и все, я убрался, короче говоря, я понял. И в итоге, прикиньте, прикол, что Тоха будет дальше меня, а Асланочку один балл. Если он будет дальше меня, это будет вообще на ходу едет. Реально. Антоша. Антоша, слышишь, Антоша? Ну а ты сказал, не прожимать тормоз. Я не прожимаю ни тормоз, ни газ. Ну я, ну ладно. Кстати, да. Хорошо. Да, все правильно, да. Просто если начинаю газ прожимать, он начинает шлифовать. Да. Мне 2 балла, я понял. Да, в итоге теперь смотрим, либо Пелемеха будет дальше, либо в итоге Антон, пока непонятно, честно говоря. Ну, Антоша как будто бы дрифтит жестко. Разгоняйся, и погнал, и обгоняет, дальше. Да. Я Тохи поехал на 5 берег. 5 баллов, Тохи 5 баллов, Пельмеши 4 балла. Да, хорошо. Ладненько, раз уж такие пироги, то у нас новые тачки, новый раунд, пока мы грузим. Раз уж такие пироги, вообще газ не прожимает. Так, у меня это, кстати, надо готовить чай. Ну, кстати, я бы сейчас бы, ребята, я пирога бы заел, конечно. Какого-нибудь такого хорошего. Так, это получается... Это как... Торт универсальный, его и съесть можно, и приготовить он тоже что-нибудь может. У нас был такой прикол, что я говорил, время для торта, и куст такой, несите чай. Есть такое, да. Ладно, получается, Макан у пельменя, Лансер у Аслана, и у Тохи пока машину мы ждем вместо его USA. Куда я полетел? Ой, а у Тохи в итоге это Сиан немножко, конечно, поломанный чуть-чуть. Чуть-чуть поломанный, так, незначаем, да, поэтому окей. Окей, у всех есть машины, и давай, Тоха, отчеты будем мы стартовать. Окей, ладно, я понял. Быстрый был отчет максимально, ладно. Так, у меня какой-то вум-вум больше, а не этот. О, что у меня? У меня минус колесо. Что у меня с Порше, что там вообще? Ля, что вы издеваетесь, я не понимаю. У меня очень быстрый... Очень мощный, ребят, у меня корвет C6. Кто бы говорил? У меня на спорте скорости меньше, чем на комфорте. Блин, я не понимаю, я вообще не могу газ прожимать, потому что его тупо уносит сразу же. Что за глупость? Нет. Я первый? А то не я, что ли, опять, или что? Я не трогаю просто. Я только подруливаю. А. Ну ладно. Пельмеха, действуй. Вынести кто-нибудь его. Да, реально. Слушай, это... Ты это, ща, ну, как бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А он Пельмеха в итоге заскамился. Вы чё? Ну ты лох. Как это вообще возможно? Я не понимаю. Ладно. А чё он такой живучий? Да он какой-то камень оказался. Антоша камень, реально. У меня просто. Что меня за дрифт, не понимаю. Сразу было от первого же касания. Чё за дрифт? Ну ё-моё, а? Тоха поехал к газпол. Я понял. Тоха решил по воде проехать. Ой, Аслан хотел вынести, но промахнулся, и в итоге... Кто будет дальше в итоге? Я не проехал в него. Тоха дальше. Тохи 5 баллов. Хотя, а что у нас по поводу пельменя? Пельмень едет еще? Я так... Ну, вряд ли ты, конечно, проедешь дальше. Я колесо переднее левое вынес, да, по-моему? Ну, я себе вынес. Ну да, ты сам себе вынес колесо. Ну, я говорю, ты какой-то каменный, жесть. Мне просто от первого же касания. Ты в меня не врезался, ты приземлился мне на задницу. Нет, нет.
Я в тебя врезался. Не, он врезался реально в себя. Ну, это, видимо, Рестлинг-Ра или еще что-то, да, поэтому... Ну, ладно, хорошо. А, смотрим в итоге, как ты проедешь, потому что здесь, в принципе, мы далеко не уехали. У тебя есть шансы проскользить по воде, и ты обгоняешь! Да ну нафиг, да чего? Всех обогнал? Все, кроме тебя. 5 баллов Тохи, 4 балла Пельменю, 3 балла Слану и 2 балла мне. Тохич, да. Ладно, Тохич, делаем Тохич, новые тачки. Давайте пока грузите, смотрите на свои машины. Смотрите. Меня это... Ема! Стиль утиль, пацаны. Вот это стилек мне выпал. Вот это интересно. Опа, здесь, есть два этих, два полицейских, да? Значит, это пельмень... сопровождение по краям. Пельмень на Субару, Тоха на Ривелте. Какое сопровождение? Да. Аслан на Феррари. У меня это шестерка. ДПС. Пацаны, у меня же самая быстрая машина, уж понимаете. Ладно, давай. Ладно, мы все готовы. Давай, Пельмеха, сделай нам классные отсчеты, будем мы стартовать. Пельмеха? Раз, два, три. Поехали. Окей, ладно. Машина не едет, серьезно? Я понял. У нас, короче, еще этот чел с рупором еще в машине, оказывается, едет. Ладно, сейчас посмотрим, получится ли мне на шахе кого-то обогнать, кого-то догнать. Сейчас, ребят, посмотрим. Ну, как говорится, здесь реально есть интерес кого-то выносить, потому что машины есть те, которые быстро добираются до финиша, но в итоге их обгоняют по воде. Поэтому есть реально смысл кого-то выносить здесь. Я еду 340. 160, пацаны. Вот это гонка, пацаны. Вот это у меня, конечно, гонка. Вы еще думаете, я с вами буду шутить, что ли? Да я сейчас всех обгоню, вы думаете, это шутка? Давай. Нападай. Давай, нападай. Ну ладно, сейчас, пацаны, я их обгоню. Вы думаете, что, я... Что, там развернула, что ли? Я немножечко... Погнал. А я без колёс остался. Ё-моё, Тоха. Что у вас там происходит, ребят? Что у вас там происходит? Тоха размотала, из него какие-то эти... Так, я полезу. Я понял, ладно. Кто дальше? Не знаю пока, я еще пока еду. Пока ты дальше. Пока ты дальше всех, да. Ну, Антоша, видимо... Я летел 490, да, и не увидел один прыжочек. Видимо, Антоша один балл, да, так понимаю? Да. Ох, ё-моё! Ни хрена на Субару дальше. Вот это я прыгнул. Да? Ну ладно. Антоша, ребят, слушайте, я никуда не спешу, у меня жизнь удалась, у меня шаха нульцевая, не бита, не крашена, вы же понимаете. Вот это вот все ваше... Все эти ваши гонки, испытания. Повреждённые подвески, да, жопа. На такой скорости. А с машиной как дела, Антош? Короче, на самом деле, не знаю, все окей, все хорошо. Такое литье нормально, 15-е стоит. Все фары работают. Приближаемся к финишу. Это... У меня? Это же шаха. Шаха же, нет? Шаха, 14-е литье, говорю. А, 14 лет. А, я вообще не уехал, ладно, я понял. Да. Короче говоря, в итоге, пельменю 5 баллов, тебе, Аслан, 4 балла, потому что пельмех уехал дальше. Вот, и мне 3 балла, и Тохе 1 балл. Ладненько, пока обратно вставайте, дружненько, все на месте, все на место возвращайтесь, да, и у нас новый раунд. Антош, что где, да. Меня пока тачки. У меня это... Так, нет, что это у меня будет? Так, у меня это BMW M5 выпало. Ой-ой-ой, вот это, кстати говоря, неплохо. Неплохо у пойдет. У тебя одинаковые? Не, у тебя M3, у меня M5. Панамера здесь же еще у пельменя. Да. Нормальная такая. Слушайте, M5-я. Ля какая. Ну, прикольненькая. Пойдет, поедет, как говорится. Да. А у Тохи это C63 AMG. Вот и Тоха изобрел не свой район, да, как говорится. Да. Тот район BMW. Ну и Панамера чисто здесь это как бы... По номере можно, как говорится. Ладно, давай, Тоха, а что ты будем мы стартовать? 3, 2, 1. Ну, окей, как поехали. По-быстрому считает. Смотрите, делает. Ой-ой-ой, Антоша. Антоша, у тебя же задний привод, не забывай. Антоша. Там Аслан тоже начал. О, у нас парный дрифт на BMW. Все хорошо. У нас парный. Нет, бля! Ну давай. Дрифтился, Ваня. Так, я на ходу.
Нет. Да выносились, Тошика. Давайте. Нет. Ну не, это вообще вот, я стал бананом, пацаны. Просто банан. Почему у меня машина сама тормозит, как будто бы. А это, видимо, какие-то эти, может быть, помощники срабатывают. Помощники срабатывают, типа. Ладно, мне, ребята, один балл. Убрался? Да. Да. Аслан тоже убрался. Но это не так плохо, как у меня. У меня ситуация была еще хуже. Блядь. И маты, конечно, делаешь красиво, ладно. Смотрим, Антоша летит. Антоша пока первый, но Пелемеха Антоша догоняет. Лети. И Антоша Боже, как мой, будто бы едет в кусты. Вырулил, но почти цепанулся. Я на ходу. Да, ты на ходу, серьезно? Да ну на. Да ну на. Подушки все взорвались, братуха. Ну, я понял, Пелемеха будет первый на финише. Максимально пытаясь проехать дальше. Так мне бы выехать хотя бы на трассу. Ой, что? Ой-ой-ой-ой-ой! Это не обгоняется, да. Это да. Не обгоняется, ладно. Но не-не-не, здесь, я пацаны. Не да не, я думаю, что это ваша парковочка, честно говоря. Я доеду. Ну смотрите, Аслан догоняет потихонечку крабиком. Антоху. Не спеша, как говорится, но здесь. Чувствуется, что Бэхи плохо, скажем очень так. Очень прямо... плохо его. Да прямо ему не лучше. Очень плохо. Мне с кайфом. Да. С кайфом. Тебе да. Тоха да. Задом пытается доехать. Но, Тох, нужно быть дальше по воде. Если тебя обгонит Аслан, то ты снова проиграешь балл, ты ж понимаешь? Не обгонит. Ты так в этом уверен? Да. Самый прикол, вы оба ехали сейчас задом. Это прямо отдельное вид искусства. Спуска без тормозов, я так понимаю, да? Но Тоха все еще пытается, жужжит, Антон догоняется, доезжает до воды и вообще никуда не уехал. Вообще не уехал по воде. Да, я понял. А в итоге Аслан не доехал, зарабатывает 2 балла в этом раунде. Ладно, ребят. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А также не забывайте подписываться на Телеграм. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.